У нас уже хорошая, добрая традиция в Тюмени здесь. На 9 мая, в День Великой Победы, мы традиционно, помимо всех наших спортивных и физкультурных мероприятий, мы проводим заплыв моржей по реке. И сегодня этот марш называется «Доплыть до Победы». То есть сегодня они стартуют у аквапарка «Лето-лето», и на протяжении 5 километров, меняясь, то есть это эстафета, меняться будут участники. Тем не менее, они действительно доплывут до Победы. Это своего рода такой знак, как бы это поддержка. Это наших отцов, дедов, прадедов, которую мы одержали в 1941-1945. Я недавно прочитал слова великие. «Жить в унынии нам запрещает вера. Жить в поражении не позволяет память о наших предках и победа в Великой Отечественной войне. Мы закодированы как народ-победитель, как народ-освободитель, как народ-просветитель. Это наша глубинная суть. Мы либо с победой, либо мы не народ». Плыви! Вперед! Вперед идешь! Времени 19:20.